Короче, всем здрасте, с вами снова Нейкер, и сегодня мы будем делать обзор мода на покемон. Вот, у нас здесь есть, вначале дают вам выбор, и выбираете стартовика. Потом вам дают вот эту херню, меню, чтобы выбирать лоты. Также вы, чтобы сделать вам покебол, и чтобы ловить покемонов, спасибо вам сделать покеболы, вы должны просто... Например, давайте представим такую ситуацию. Я думаю, о, как делать этот, покеболы. Вы должны сначала найти подкорны, или как там их называют, что-то, а то я забываю. Так, ищем, например, и они будут, вот, например, если вот здесь вы не собрали, то вы вот так дожимаете и собираете. Вот, чтобы сделать покебол, или ультрабол, или грейтбол, вы должны этот подкорн посадить, чтобы стало больше их, либо просто печкой зажарить, и у вас получается, например, какой-то из них. Вот, давайте посмотрим. Априкорн, точнее. Априкорн, вот. Например, у меня получился красный априкорн. Чтобы сделать покебол, крышку вам нужно верстак. И где верстак? Давайте я его найду. Вот, ребят, верстак. Вы должны вот так делать. Также вы должны из железа вот так делать. Например, получается крышка. Только место под априкорны вы должны вот здесь поставить. Также из железа у вас получится нижняя крышка. А чтобы вам именно сделать покебол, давайте я сейчас покажу. Возьмем это. И вы должны еще каменные кнопки сделать. Вот. Так делаем. Раз. Вот так убираем все, чтобы не мешало мне больше. Так, раз, два. И вот, у вас получаются покеболы. Вот. Чтобы вам поймать, также у нас есть слоты. Например, давайте покажу. Вот так можно зажимать и менять. Вот, например, здесь нон, потому что я не понимал. Есть батл с плеером, я пытался с Саньком, но у нас ничего не получилось. Думаю, у вас получится. И расскажите, пожалуйста, как мне это тоже сделать. Чтобы поймать покемона, вот, например, у вас первый будет того, кого вы выбрали. Чтобы его выбрать, прямо вот так, нажимаете вот так, приседи, и у вас получается, например, я выбрал Чармандера. Если, также вы можете поймать еще других покемонов, они так редко встречаются. Чтобы, например, чтобы поймать того покемона, вы должны найти того покемона. Вот, например, о, Чармиллион. Вот так, зажимаем ультрабол, и я думаю, то, что вот так надо держать, чтобы быстрее поймались. Так, у вас будет в чате написано You Captured и покемон, Чармиллион. И, например, вот, у вас будет здесь написано Чармиллион, а у меня здесь динозавр. Так, чтобы заставить его, вы должны вот так держать, точнее... Так делать динозавр и зажать. И у вас получается так динозавр, например. Сейчас я вам покажу, как скачать этот мод, но перед ссылка в описании. Но перед скачиванием я покажу, как вам его сделать. Потому что некоторые не понимают. Чтобы его типа взять, вы должны сначала здесь вот это включить, все эксперименты. Потом вы должны добавлять вот здесь. Перед созданием мира или когда в настройках мире. Вот так, типа здесь будет активировать, потом вы должны вот здесь, и здесь тоже будет активировать вот здесь, и добавить вот сюда, например, то. Сейчас я вам покажу, как скачать. Заходите, здесь у вас будет ссылка на один из модов, вот здесь будет только написано здесь будет написано место аддона, мод. Чтобы скачать вам этот мод, вы должны включить сначала ссылку в описании этот мод, Turbo VPN. Заходите вот сюда, Turbo VPN, и включаете его. Ждем, пока что у меня включится. Вот так. Когда у вас включено, вы должны выйти и зайти на мой ролик, где ссылка в описании. Нажимаете на вот этот файл hvmediafire.com. После того, как у вас загружается, у вас заходит на вот такой файл, где вы должны скачать. Чтобы скачать этот файл, вы должны вот так раз... И у вас будет загружаться. Так, после того, как у вас загрузилось, вы должны зайти в любой проводник, который у вас есть. У меня это данный проводник, ES-проводник. Потому что, мне кажется, в нем лучше всего. Так, убираем этих людей. Так. Так, перемещаемся налево, download. И здесь ищите тот файл, который вы скачали. Например... Я, конечно, покемон удалил, чтобы не засорять телефон. Вот, например, будет вместо Бентек, например, написано, здесь будет покемон. Тыкайте по покемонам. Вот я тыкнул.
Вот, у вас будет появляться вот такое Майнкрафт, типа, запустить и выбирать через Майнкрафт. Когда вы запустили через Майнкрафт, делайте, как я вам показал. Вначале перескачиваем. Ну, а всем пока, с вами был Нейкерп.